соцсети опубликовали запретные фото Жанны Фриске. В сети появилось запретное фото Жанны Фриске из Эрмитажа. В интернете появилась запретная фотография Жанны Фриске. Снимок опубликовала певица Ольга Орлова на своей странице в Instagram. На архивном снимке экс-солистки группы «Блестящие» запечатлены на фоне одной из картин в Эрмитаже. Запретной фотографию назвала сама Орлова, поскольку раньше проводить съемку в музее запрещалось. «Нас не поймали, а чудесное фото на память осталось», – написала Орлова. «Нам было вместе весело и хорошо». Напомним, Жанна Фриске скончалась после продолжительной болезни в июне 2015 года. Давным-давно две девочки нарушали некоторые правила в жизни. Например, фотографировались в Эрмитаже в Питере, когда это было запрещено, но нас тогда не поймали. А чудесная фотка на память у меня есть. Как же нам было весело и хорошо вместе. С днем рождения, моя любовь! Ты всегда в моем сердце.